Всем привет! Сегодня мы попробуем еще один ежун. Да, он будет у нас из канцелярского клея прозрачного. Фейри. И красного красителя. И нам понадобится немножко воды. Наливаем клей. Теперь добавляем немножко красителя. Теперь нам нужно добавить немножко обычной воды. Почерпаем. И начинаем добавлять по чуть-чуть фейри. Ребят, смотрите, какая ситуация у нас получилась. Лизун у нас не загустевает. Наверное, не подходит вот такой силикатный клей прозрачный. В следующий раз мы попробуем этот же рецепт, но с клеем ПВА. Потому что он загустел, но не так, как нужно. И давайте спасем нашего лизуна, добавим тетраборат натрия. Реакция сразу началась, лизун начал густеть. И сегодня у нас получится красивый красный лизун. Наш лизун похож на такую резиновую штучку. А если из него сделать мячик, то он будет подпрыгивать. Тетраборат натрия, как всегда, пришел на помощь и спас ситуацию. Смотрите, как он хорошо растягивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока, пока-пока. Оставляйте комментарии, какие лизуны вы хотите видеть. Всем пока.